Мы на месте. Мы приветствуем Эдиту, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она улыбается, кивает головой, но на голове у нее какой-то как шлем, и от него вниз накидка идет по телу. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Эдиту, сними этот шлем, эту накидку, подсвечи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, связанные с этими подключками. Все это выходит и формируется в шар. Этот шлем, он ей от висков и дальше к затылку давит очень. Сейчас узнаем. Но она этого не замечает. Она почувствует разницу, когда мы его уберем, скорее всего. Вышел этот шлем, и с накидкой вместе она трогает себя, голову, плечи. Вот это находилось в вашем биополе. Отправляет... Что это был? Это кто-то вам установил подключку, через которую воздействовал на вас. Отправляю ее в клетку тюрьму. Это все. Больше ничего не мешает, Вера? Нет, этот шлем, он серебряного цвета. Ты просто говоришь, что какого он цвета или кто? Или что это? Но у него энергии такие серебряные. Она его где-то получила как энергии. Сейчас проверим. Или во сне, или в медитации. Или во сне, или в медитации. Но никогда не берите ничего, если вам медитации или во сне что-то предлагают. Мой большой вам совет. Попытайтесь перед сном об этом себе дать установку, ничего не брать. Именно так и передаются в большинстве своем подключки. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Эдиты под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Эдиты. Находит все. От накидки и шлема выстраиваются каналы к ответственным, кто установил, притягивая их в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Здесь 2 Грея, и у нее в ногах еще что-то есть. Это тоже как часть подключки. Это как такая коробка небольшая, где вместе ноги стоят. Сканер, выводи это все вместе со всеми проводами. Они показывают, что коробка, это они ей дали как летательный аппарат для передвижения, чтобы был полный комплект. И куда она собралась лететь с этой коробкой, Грея? Вышли эти подключки в ногах? Да, вышли. Отправляя их в клетку-тюрьму. Хорошо. Сколько вы находитесь в биополе? 3 месяца. Цель подключки. Грея, обман здесь наказывается сильно. Я сразу говорю. Они просто получали удовольствие от этого. Хорошо. Кто из вас хочет сегодня получить удовольствие, когда я установлю накидку и шлем на него? И на ноги одену. Великолепный летательный аппарат. Перепрограммирую все и включу на полную мощность с оттоком 80% энергии. Как вы на эту идею смотрите, Грей? Ну, они показывают, что они очень много усердно работают, и им нужны развлечения иногда. Мы не туда зашли развлекаться, я вам скажу честно. Здесь можно и получить живую плазму в подарок за такие пересилия. Начинаем с реверса энергии. Кроме Грея, никого нет, Вера? Нет. Даю команду тонкой копии Диты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, выстраиваются каналы также и под ключиком, всем артефактам, которые стоят в клетке тюрьме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Эдите. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Где вы ее подловили, Грея? Они сейчас показывают все это. Это сон. И как они развлекались, они как катались на ней. То есть вот эта вот коробка в ногах, она передвигается скоростью. И шлем, и вот сзади накидка, она расправлялась как крылья, и они на спине как подключались к ней и, ну, по астралам, он говорит, по астралам гоняли. А на самом деле он показывает матрицы Земли. По матрице ее гоняли, не по какому астралу. Это мне тоже понятно. А как вы к ней подошли? Что вы, в каком образе это было? Что вы ей предложили? Какой артефакт взять? Энергии предложили. Окутывающие, белосеребряные. И что эти энергии, вы сказали, делают? Осознанность повышает. Смотри, какой интересный подход, креативный. Осознанность повышает. Кем вы предстали? Вы же не стояли 2 Греями. Какой образ был? Какую голограмму вы ему ей показали? Не показывают. Это просто энергия такая, как немного закрученная, красивая. Понятно. И она вас приняла что-то сверхъестественное, что ей пойдет... Поток энергии. Я знаю, у вас есть много способов для того, чтобы экспериментировать. Но в этот раз
Эксперимент заканчивается. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Эдита забирает всю чистую светлую божественную энергию. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, возвращает Эдита по праву себе обратно. Пошел поток мощный, 50 раз его усиливаю. Ей возвращаются энергии по чакрам. Они по разным абсолютно. По чакрам воровали энергию. Вот цель вашей подключки, а не развлечение игры. Не всегда. Мы редко используем, когда есть время. Но когда используют, она теряет во сне энергию и просыпается разбитая, не выспавшись. Это вы своего газа нанюхались, да, игры? И решили покататься? Мы же говорим, редко это делаем. А еще, когда они нюхают газ, они показывают, что у них появляются какие-то, они называют это эмоциями, потому что в нормальном состоянии у них нет никаких эмоций. Понятно. Кроме, может быть, удивление, что не понимает их назначения, их конструкций и важность их конструкций. Но когда они, условно говоря, нюхают газ, они показывают, какие эмоции они получают. Да, тяжело жить без эмоций. Вы очень многое в этой жизни не видели. Они начинают как чувствовать, что ли. То есть они показывают, здесь нет много эмоций, здесь нет, например, любви и радости, но есть какое-то что-то внутри у них, как веселье и задор. В этом плане. Хорошо. Все-таки душа играет важную роль. Закончился реверс? Реверс закончился, да. Сканер просканирует сейчас Эдиты на чистоте ГРФ и их артефактов. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? Есть, на руках что-то есть еще. Выводи это все, отключай полностью. Готово. Отправляй в клетку-тюрьму. Сейчас чистая она. Даю команду на рассинхронизацию Эдиты с ГРФ и их артефактами. Их на счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Готово. Включаем внутренний белый свет Эдиты. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкое, аббрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Даю команду, вернее, помогаемая энергия, отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь два Грея, которые ради развлечения устраивали, установили конструкцию. Ну, не ради развлечения, потому что энергии при реверсе возвращались очень сильные по чакрам. Воровали энергии. Посмотри, пожалуйста. Сперва это развлечение, а потом это опыты. Так забираем их. Конечно, так и есть. Уничтожайте подключки. Под подключками открываю воронку в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Кстати, у человека после таких прогулок остается состояние смущения и какое-то тихое хихиканье. Это от их газа, скорее всего, да? Газа и атмосферы. Все понятно. Благодарю тебя за информацию. Готово. Давай заправим Эдиты энергиями. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 390 и 24. На счет 3 макушку головы Эдиты начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Подними коронную чакру до 28. И поднимаем частоту вибрации коронной чакры до 28 Гц. Пошел подъем. И третий глаз тоже так, где стояла конструкция. И третий глаз, частоту вибрации поднимаем до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Эдита, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сгармонизованной очень приятно чувствую. Обратите внимание на мои слова насчет того, что никогда нельзя брать ни во сне, ни при медитации, никаких артефактов, ни от какого света, ни от чего. Кто бы перед вами не предстал. Я это запомню. Светлые силы никогда ничего не передают. Передают только такие, как Грей и другие сущности, для того, чтобы обмануть и обманом войти в биополе. Как вы слышали слова Ли, сначала идет конструкция, после этого идет уже серьезное воздействие и влияние. Мы еще вовремя успели вытащить их, хотя они уже 3 месяца сидели. Это очень важный момент. Надо ко всему относиться более-менее не с раскрытыми объятиями, а
понимая, что есть и враги, которые заинтересованы вас обмануть и войти в ваше биополе, воровать ваши энергии. Это все, что я хотел сказать. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Эдиты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Thank you.